Ein kamoch Elohim Adonai, ve'en kemasecha, malchut kamalchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor vador, Adonai melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vahed, Adonai Oz Leamo Yitem, Adonai Yevarech, Et Amo Vashalom. Amen. Vayehi Binso Aharon, ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה Удвар Адонай, Мирушалаим, Барух Шенатан, Тора, Тора, Барух Шенатан, Тора, Тора, Леамо Исраэль, Бигдушато. Амен. Адонай Мевурах, Барух Адонай, Хамевурах Леолам Ваэд, Барух Адонай, Хамевурах Леолам Ваэд, Барух Ата Адонай, Элохейну Мелех Аулам, Ашер Бахар Бану Микол Аамим, Венатан Лану Эт Торато, Барух Ата Адонай, Нотен Хатора, Амен. Нахну Никра Берешит 49, Псуким 27 от 30. Мы зачитаем книгу Бытие, 49 глава, с 27 по 30 стихи. Биньямин Зеев Витрав. Бокер Йохал Ад, уле Эрв Йехалек Шалал. Кол эле шивте Исраэл шне масар. Везот ашер дибер лаем авихем, ваеварех отам, иш ашер кевиркато, берах отам.
ויצב אותם ויאמר אליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה אפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא, בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת אפרון החיתי לאחוזת קבר. אמן. תשבו בבקשה, присаживайтесь, пожалуйста. Мы также зачитаем на русском языке Бытие, 49 глава, с 27 по 30 стихи. Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву, и вечером будет делить и добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот, что сказал им отец их. И благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хитьянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хитьянина в собственность для погребения». Амин. Амин. Шаббат шалом, Икулам. Шаббат шалом всем. Коля парашат шаво не крет ваихи. Вся парашат шаво называется ваихи и жил. Веносе шрану айом зе Беньямин зеев турев. И сегодняшняя тема – это Вениамин, хищный волк. Кодам кола нахну руим бе текст, ше Яков миварехет кола баним. Во-первых, мы видим в тексте, что Яков благословляет всех, всех сыновей. Ве они шамати шейла, ше лефи атхалата перек, ше шлуша баним, зело не раши у миварехотам. И я слышал людей, которые спрашивают, что по первым трем сыновьям это вообще не видно, что он их благословляет. אבל אם אנחנו נקרא מהתחלת הפרק, но если мы будем читать с самого начала, с самого начала главы, קודם כל, הדברים שיעקב אומר לבנים שלו, то, что Яков говорит своим сыновьям, זה נבואות. Это пророчество. זה משהו שצריך לקרוא עם כל שבט. Это то, что должно произойти с каждым коленом. זה לא אומר שלא מברך את הבנים שלו בתור בנים. Это не говорит о том, что он не благословляет их как сыновей. אז הוא כן ברך אותם, כל אחד. Он, да, благословил каждого из них. עכשיו, מצד אחר, אם אנחנו נסתכל לדוגמה על בן ראשון, על רובן, с другой стороны, если мы посмотрим на первого сына, на Рувима, שהוא אומר, אתה לא תהיה ראשון כבכור, и он говорит Рувиме, что ты не будешь первый, как первенец. כלומר, משבט שלך לא יהיו כהנים שידריכו את העם. То есть, из твоего народа не будет священников, которые будут руководить и руководить народом. Месиба шеу аля мишкавей авив. Потом по той причине, что он осквернил ложе своего отца. Мецад ахад мишу яхол агид зе уло миварех ото шам. С одной стороны, кто-то может сказать, но этим он не благословляет Рувима. Авал мецад ашени ба маасе шеу аса. Но с другой стороны, то, что Рувим сделал, зе ло ая бари бешвело лейшаер по тавкиду зе. То для него это было вредно оставаться на этой должности. Элоим ло ая миварех ото. Бог бы не благословил его. Лахен Яков мурид ото миа тавкиду зе. Поэтому Яков снимает его с этой должности. Ве базе яш агана. И тем самым он оберегает его. זה מאוד חבל שזה קרה ככה עם רובן. Это очень жалко, что это произошло так с Рувимом. כי המשמעות וסמל של השם שלו לגויים ועם ישראל מאוד חזק. Потому что его значение имени для других народов, оно очень сильное. זה שבט הראשון אנחנו יודעים. Это первое колено, мы знаем. ראו בן המשמעות. Значение видели сына. ומטרה של עם ישראל הראשי. И главная цель израильского народа Элоим, это открыть миру Сына Божьего. И на самом деле через народ Божий они видели Сына. עכשיו, אנחנו רואים שיעקב אוהב, לתאר, את מה שיקרה עם הבנים שלו דרך חיות. И мы видим, что Яков он любит описывать, что случится со своими сыновьями через животных. Арье, хамор, зев. Лев, осел, волк. ולא כולם אולי מתחברים לדוגמה לחמור או זאב. Может, не всем нравится пример волка или осла. אבל קודם כל אנחנו זוכרים ואמרנו שזה נבואות. Но, во-первых, мы помним, мы говорили, что это пророчество. ובוא נסתכל על כמה דברים על בנימין. И давайте посмотрим несколько вещей о Вениамине. ההסבר הראשון. Первое толкование. שזה נבואה, מה שקרה בשופטים. על השבט בנימין שהיה חסר להם נשים, ואז בסילום הם תפסו ולקחו נשים בשבילם.
то, что в случае, который описывается в книге Судей, когда у Вениаминов не осталось жены, тогда они напали на Силом и взяли у них девушек. Второе толкование – это пророчество о первом царе Израиля, о Сауле. Шеу ая локех бемельхама арбе малахот. И мы видим, что мы знаем, что Саул он много воевал, и у него было много, он имел успех, у него было много добычи. Третье пророчество. Это про Есфирь, про Мардахе, которые также были с колена Вениаминова. И написано, что царь дал им дом Амана для того, чтобы поделить между собой. Как волк, который делит свою добычу. А сейчас тиргум онкелос. Перевод Онкилуса. Нотен тиргум веашваа шель мила шлал има курпанот шель коаним. Сравнивает слово ашалал, слово добыча, с жертвой священников. Везе нотен лану ремес эх анахну яхолим литьяхес ле носезе. И это намекает нам, дает нам подсказку, как мы можем относиться к этой теме. Кодам кол, давар ришон, зеэф у афпам ло пассиви, у тамид паил. Во-первых, волк, он никогда не пассивный, он всегда активный. Есть ли моторот? У него есть цели. Это говорит нам, что верующий человек не может быть пассивным в своей жизни. У верующего человека должны быть цели. Каждый человек, второе, он как волк. Это дворим ахарим. Который охотится за какими-то вещами. Который гонится за тем или за иным в своей жизни. Хорошее это или плохое. Но то, зачем гонится волк, является для него пищей. Это его добыча, это его пища. То есть каждый человек, который гонится за теми или иными вещами в своей жизни, эти вещи являются для него его пищей. Для него эта вещь, это еда, без которой он не может. А им анахну родфим ахре дварим хомрим. Гонимся ли мы за какими-то материальными вещами? Может, сильно много мы гонимся за ними? Карьера, работа, карьера и так далее. Это показывает нам, что это наша добыча, которую мы ищем. Или же мы больше гонимся за духовными, за Божьими вещами. Акшав, бишвил коаним, корбан, зе ая бесов аохал шалем, ки эм аю црихим лихалек. Это курбанот, что им вью. И для священников в конце жертва, жертва она являлась пищей, потому что они делили ее и ели с нее. Акшав, шеанахну мишартим это адон. Когда мы служим Богу. Шеанахну мавиим это цмейну, это зман шелану ке курбан ле адон. Когда мы приносим в жертву себя, наше время Богу. Веанахну мехапсим эзэшу схар о машу ме адон, ахреше анахну нотним ширут. И мы ищем у Бога какой-то награды за то, что мы служим. Анахну цехим лявин, ше а курбан зе аохаль шелану. Мы должны понять, что сама жертва наш, является нашей пищей. Зе шанахну сим машу бешвил Элоим, зе охаль шелану. То, что мы уже делаем что-то для Бога, это является нашей едой. Зе царих лёд куах шелану. Это должно быть нашей силой. Амин. Акшав, шем משמעות של בנימין זה אחד מהמשמעויות, זה בן של יד ימין. И одно из значений слова Беньямин – это сын правой руки. דרך אגב, גם מראה את המשיח. Также, кстати, показывает Мессию. אבל משמעות זה בן שהכי קרוב. Но значение – это что сын, который находится ближе всех. מה זאת אומרת? Что это значит? זאת אומרת, שאם באמת השירות לאדון זה יהיה כמו מזון שלנו שאנחנו לא יכולים לחיות בלי זה, если служение для Бога будет для нас как пища, без которой мы не можем жить, אתה לא תרגיש שאלוהים לא קרוב. Ты не будешь чувствовать, что Бог далеко. אתה תרגיש שהוא קרוב אליך כמו בן על יד האבא שלו. Мы будем чувствовать, что Бог, он близок к нам, как отец близок к сыну.
ודבר אחרון, מה שטוב על זאב, הוא לא עוצר באמצע דרך, הוא מתחיל והולך עד הסוף. И еще одно положительное качество волка, что волк он не останавливается на полпути. Он начинает и идет до конца. ובשבילי, זה לא ב, כמובן במדרשים של יהודים, אבל בשבילי נבואה, עוד נבואה על בנימין בנושא הזה. בנימין זה רבי שאול. И еще одно для меня толкование о волке, которое пишется здесь, это апостол Шауль. У яца мишевет Беньямин. Он вышел из племени Беньямина. И на самом деле у него было множество добычи. Бенадам катав хецеми брита хадаша. Человек написал половину Нового Завета. Камуван альпи аруха кодеш. Естественно, духом. Кама итгалюйота юло. Сколько откровений у него было. Такшиву, им лезеев еш шалал лихалек им ахарим, зот омерет еш ло маспик, ве еш маспик ле ахарим. Послушайте, если у волка есть достаточно добычи для того, чтобы поделиться с другими, это значит, что для него самого у него есть много, и у него есть еще то, что остается, и он может дать другим. Мы от гам думали шалеях Шауль, что аяло арбела тет. И это похоже на Шауля, которому было много что дать. Шалеим варехотану. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не останавливались на полпути, чтобы как волк мы достигли цели, и чтобы у нас было не только для себя, но также, чтобы было достаточно поделиться с другими. Аминь. Давайте встанем. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה אמן Эц хаим е, лама хазик им ба, ветом хея меушар, драхея дархенам, веколетивотея шалом. Амен.